в волчьем логове не было бы ни света, ни воды. Опять без стука. Надо же, кто пришел. Ты, видимо, хочешь что-то сказать? Этот нытик, глава охраны шале, к счастью, плохо справился со своей работой и попал ко мне в лягушатник. Похоже, там тренируют верных. Если ты видел их в деле, то знаешь, насколько они жестоки. Ты знаешь, что Иаков учил их стрельбе на живых мишенях, чтобы не было мандража после первого убийства. Эти ублюдки не ценят жизни тех, кто не вступил в их секту. Нужно убить их, как собак. Отправляйся в шале. Убей всех верных, которых увидишь. И заложи в шале взрывчатку. А дальше взорви это здание и преврати его в пепел. Как тебе идея? Я рад, что ты с нами. Тебя убью не я, а время. Этот Юнга больше не получит еды. Уже иду!
Бедные! Чего-чего? Заходи, если будешь рядом, и спасибо за все.